Друзі, вітаю. Мене звати Ігор Гаврищак. Це традиційно YouTube-платформа 24 каналу. З великою радістю представляю нашого постійного гостя. Це опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Ігор Олександрович, здравствуйте. Здравствуйте. Хочу напомнить нашим зрителям, что это прямой эфир, поэтому, пожалуйста, ваша активность очень приветствуется. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите вопросы, конструктивные, адекватные, будем выносить в наш разговор. Игорь Александрович, в первую очередь, конечно же, сегодня 7 октября. Это мрачная дата и для Израиля, и, очевидно, и для человечества. Для Израиля, потому что 7 октября Хамас со стороны сектора Газа просто-таки зверски напал на Израиль, много жертв, много людей, которые сейчас в неволе. Но и 7 октября, это, как говорят, неизвестно, правда ли это, день появления Путина на свет. 72 года, говорят, диктатору. Вот символически, что вот две даты и вот такие мрачные события. Вы знаете, есть еще мрачные события, связанные с тем, что вот день рождения упыря, ему несут подарки. И вот один из этих подарков, судя по всему, именно это был подарок на день рождения упыря, ему был принесен в 2006 году, когда именно 7 октября была убита журналистка Анна Политковская. Вот. Так что, ну вот, некоторые, понимая, что день рождения Путина – это траурная дата в истории человечества, считают, что в этот день могут быть какие-то особые злодейства учинены в честь этого диктатора. Ну, вроде как уже прошло какое-то время с начала этого дня, вроде ничего такого сверхъестественного пока не случилось. Но надеемся, что и в этот раз не случится. Что же касается действительно трагической даты в истории Израиля, то прошел год с момента этого самого, пожалуй, большого акта геноцида еврейского народа, с момента Холокоста. И, в общем, мы видим, что война продолжается. Как сказал премьер-министр Израиля Нетаньяху, Израиль сейчас воюет на 7 фронтах. Это, я не буду все их перечислять, но очевидно, что это и против Хамаса продолжается больше года, уже год война, и против Хизбаллы, и против Ирана, и против йеменских хуситов. Ну и к тому же Израилю приходится воевать на дипломатических фронтах против целого ряда политиков, в том числе европейских, которые говорят о том, что надо любой ценой заставить Израиль сложить оружие, ну и значит, по сути дела, продолжать подвергаться вот таким актам геноцида. Поэтому Израиль выдерживает очень тяжелую. Я бы сказал так. Вот народ Израиля и народ Украины сейчас находится в очень... А это у них разная ситуация, но в одном она очень похожа. Что он находится перед выбором. Израиль сейчас в значительной степени, вот после того года, который прошел после этой террористической атаки, народ Израиля очень серьезно, ну, я бы не сказал расколот, но разделился на две категории. Одна часть считает, что поскольку по-прежнему сохраняются заложники в руках у террористов, то надо идти на сделку, надо идти на соглашение, на прекращение войны ради освобождения заложников. Другая часть, их большинство, их чуть больше 50% по данным опросов, считают, что надо, значит, продолжать войну, надо уничтожить Хамас. И в конечном итоге там речь идет и о нейтрализации Хизбаллы. И для того, чтобы подобного рода атаки не продолжались. Ну, пока соотношение примерно так. Чуть больше 50% за продолжение войны вплоть до уничтожения Хамас. Ну и примерно 40% за то, чтобы все-таки путем, так сказать, прекращения войны освободить заложников. То есть сделка. Что касается Украины, то тот же самый выбор стоит сейчас перед украинским народом. Когда какая-то часть считает, что надо пойти на мир в обмен на территории,
Другая часть считает, что этого нельзя делать ни в коем случае. Внутри украинского общества этот раздел происходит немножко в других пропорциях. Значительное большинство, более 2/3, считает, что мир в обмен на территории недопустим. Но, тем не менее, этот выбор сейчас существует и в украинском обществе. И очень большое давление происходит и на Израиль, и на Украину в пользу вот такого компромиссного решения. Поэтому можно сказать, что вот эта годовщина израильской войны, она, то есть Израиль год вот так активно воюет, хотя в целом он воюет более 70 лет, находится в состоянии постоянной войны. Украина ведет эту войну с 2014 года, поэтому здесь, говоря о проблемах, с которыми сталкивается Израиль, мы невольно вспоминаем и те проблемы, которые не перестают терзать украинский народ. Здесь много, очень-очень много общего, несмотря на большое количество различий в такой экзистенциальной ситуации у этих двух народов. Вот, Игорь Александрович, кстати, о различиях, потому что мы каждый раз с вами об этом вспоминаем, потому что есть информационный повод по этому делу. Вот о чем я говорю. Марк Рютте, да, новый генсек НАТО, который 1 числа вступил на должность, он сразу 2 дня спустя приехал в Киев, сказал, что на его посту генсека НАТО Украина – это вопрос приоритетный номер один. Я так понимаю, что он, в отличие от Столтенберга, человек, который больше решительный. Тот человек, который... Кстати, да, Нидерланды – это страна, которая первая сказала, что мы даем свои F-16. И вот вчера стало известно, что 13 самолетов будут в Украине. К чему я веду? Но о различностях. Потому что на встрече с Владимиром Зеленским наш президент Украины сказал следующее, что те системы, которые сбивают ракеты над Израилем, могут сбивать ракеты и над Украиной. И опять же, тот же вопрос. Вот, ну, точно, наверняка известно, что Соединенные Штаты Америки в последней атаке на Израиль принимали участие, сбивали эти ракеты баллистические. Непонятно, Германия и Франция, кажется, вернее, Франция не принимала участие. Минобороны Британии как-то, Великобритании написали, что мы тоже свое сделали. Но, к чему я веду? Опять-таки, какая разница? Какая вот разница, где убивают людей? Где люди лучше, где люди хуже? Где ядерное государство, Россия? И мы знаем, что Иран. Многие источники говорят, что к маю или марту следующего года они как минимум будут иметь 10 боеголовок. Поэтому по факту мы можем считать Иран тоже почти ядерным государством. Ну вот, как мне кажется, все-таки все дело в этом почти. Или, по крайней мере, очень многое в этом почти. Потому что то, что Россия ядерная держава, я знаю, что многие сомнения, что это вот, так сказать, все ядерное оружие России, это вот, так сказать, фикция. Я думаю, что проверять никто не захочет. Проверять никто не захочет, действительно, тем более, что все-таки большинство действительно ответственных экспертов считают, что Россия действительно обладает ядерной триадой, и она находится, в общем-то, ну, в достаточно, если не абсолютно боеготовом состоянии, то близком к этому. И опять-таки, желающих проверять, реально ответственных людей, я думаю, найдется немного. Поэтому все-таки сравнивать Иран с Россией в плане как источники угрозы Третьей мировой войны, я думаю, не стоит. И ядерный шантаж со стороны Путина, он, конечно, серьезно уменьшился. То есть, эффективность этого ядерного шантажа уменьшилась, безусловно, но тем не менее остается. И основной резон, который, так сказать, приводится в качестве аргумента против того, чтобы страны НАТО сбивали российские ракеты над территорией Украины, как раз связан с этим. То есть, я думаю, что вообще вот эти два конкретных сейчас предмета для диалога с западными союзниками Украины, а именно разрешение нанесения ударов вглубь российской территории и призывы закрыть небо над, или поучаствовать в закрытии неба над Украиной, эти два требования, они постепенно начинают двигаться. Медленно. Ну, вот тот же самый новый генсек НАТО Рютте,
как раз на встрече с Зеленским сказал, что вот ближайшая встреча глав государств Запада на встрече в Рамштайне, там может быть принято, как он считает, может быть принято решение о разрешении бить по вглубь территории России. Опять-таки, я не готов сказать, что это будет публичное разрешение, или это будет, так сказать, кулуарный какой-то, там, шепотом, так сказать, там, Зеленскому скажут, что все, отмашка есть, бейте. Я не знаю, как это будет, и будет ли вообще. Я думаю, что здесь, как было сказано, значит, одним из украинских политиков, русские узнают об этом решении первыми. Вот, так что этот вопрос, я думаю, что рано или поздно, скорее рано, чем поздно, решится. Что же касается закрытия неба, то я думаю, что это тоже не какая-то вот стандартная позиция, это тоже не написано золотом по мрамору где-то. Я думаю, что эта позиция тоже изменится. Мы видим, как меняется позиция западных политиков с момента начала войны. Мы видим, как сначала был категорический запрет на предоставление летального оружия Украине. Как сначала только какие-то санитарные машины, только бронежилеты, только каски. То есть, какие-то вещи, которые просто вот помогли бы несколько уменьшить количество жертв. Потом выдавалось оружие, которое применимо для партизанской войны, потому что Запад исходил из того, что Украина действительно быстро проиграет войну, и война перейдет в русло партизанской. А потом, смотрите, появились, так сказать, действительно бронетехника, появились самолеты, появились танки, появились ракеты, в том числе и, так сказать, средней дальности. То есть, эволюция совершенно очевидно происходит. Во взглядах ее она происходит благодаря успехам Украины, которые достигаются в том числе и с помощью собственного оружия. Простите, кто практически и каким оружием был уничтожен Черноморский флот? Украинским. Кто наносит сейчас и каким оружием наносятся удары по российским оружейным складам? Украинскими дронами. Ну, скорее всего, там по этому поводу существует некоторая дискуссия, но все-таки консенсус такой, что это украинским оружием. Поэтому движение в эту сторону будет. И я очень надеюсь, что и вот эти два вопроса, разрешение бить западным оружием по российской территории, по своему усмотрению, и второе – это закрытие неба над Украиной, я думаю, что оба эти вопроса в какой-то последовательности, в обозримой перспективе будут решены. Игорь Александрович, также хотел бы вспомнить вот Рамштайн 12 октября, 25-й юбилейный съезд партнеров Украины. Там будут главы государств, такие как Шольц, да, потому что Германия принимает базу Рамштайн на территории США, база Рамштайн на территории Германии. Также будет Макрон, также будет премьер-министр Великобритании, ну и, конечно же, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. Хотел бы вас спросить, вот раньше там Минобороны, да, встречались, насколько можно, одни говорят, что почему Байден летит, потому что это его последний визит, прощание с Европой, потому что больше у него не будет времени и заканчивается его срок президентский. Другие говорят, что если уже собираются такие люди, наверняка нужно оглашать какое-то серьезное решение, потому что тогда, а зачем сильные мира этого, хорошая, добрая сила, да, собирается, чтобы что? Сказать, что мы поддерживаем Украину, мы с Украиной до конца, ну, уже до конца мы с вами говорили, какого конца нужно артикулировать. Вот к чему я веду, нужно ли ожидать какие-то серьезные решения? Вашингтон-Пост говорит о каких-то шагах, может быть, к членству Украины в НАТО. Да, конечно. Это то, что действительно не министры, не только министры обороны, они там тоже, конечно, будут, но главная встреча – это встреча глав государств. И, конечно, если результатом этой встречи будет очередное заявление о поддержке Украины, ну, это будет совершенно такая сатирическая история в духе там «Чижика съели», да? Собрались для того, чтобы отобедать чижиком. Но я думаю, что, несмотря на многие проблемы сегодняшнего западного политического класса, но на такой позор
они не решатся. Я думаю, что заранее уже готовится какое-то серьезное решение. Какое? Ну, мы с вами уже только что проговорили два политических решения, которые может быть принято. Оно не, может быть не озвучено, но в любом случае что-то из этого или из какого-то другого ряда будет принято. Возможно, это какой-то серьезный пакет оружия и финансовой помощи, который будет оказан. Но это должен быть действительно какой-то прорывной пакет. Потому что сейчас ведь, понимаете, вы, вот к этому Рамштайну, что называется, российские оккупанты подготовили очень серьезный вызов. Персонально вот для этого саммита в Рамштайне. Этот вызов заключается в том, что на протяжении целого ряда месяцев, в общем-то, российские оккупанты проводят ползучее наступление. И оно имеет определенный успех. Там в день по километру, в день по 500 метров, так сказать, да, там одно село захватывается, другое село. Но в конечном итоге это ползучее наступление, оно выглядит как неостановимое. Потому что в плане ресурсов российские оккупанты превосходят Украину. И остановить вот эту ползучую лавину, особенно с учетом того, что ресурсы России по-прежнему значительно превосходят ресурсы Украины, ну, выглядит вот в нынешней ситуации невозможно. Поэтому это вызов. В конечном итоге западные политики должны четко ответить на вопрос. Они готовы к этому постепенному стиранию ресурсов Украины о российские ресурсы? Готовы к постепенному пожиранию российской оккупационной армии Украины? Ее людей, ее территории. Понятно, там можно себя утешать тем, что такими темпами Россия там дойдет до Киева к четвертому тысячелетию. Можно, так сказать, строить вот такие утешительные графики. Но ведь эта ситуация совсем не такая. Потому что по мере российского наступления, значит, Украина теряет стратегически важные города. Поэтому это так не линейная, вот эта вот утешительная картинка, она не работает. Есть серьезная проблема? Есть. Значит, это вызов всему, не только украинскому военному политическому руководству, но и всем, всей той коалиции союзников, которые поддерживают Украину. И в конечном итоге, ну, по крайней мере, давным-давно назрел вопрос, а каковы цели Запада? Политические цели Запада в этой войне. Чего хочет Запад? Запад хочет, чтобы Украина не проиграла, и поэтому ее надо поддерживать в режиме такой пипеточной поддержки, чтобы только не умерла. Либо все-таки целью является в конечном итоге поражение России, ну и, я бы сказал прямо, уничтожение фашистского режима Владимира Путина. Потому что все-таки все больше и больше напрашивается аналогия со Второй мировой войной и с антигитлеровской коалицией, в которой не было ни малейшего сомнения, какая конечная цель. Цель – уничтожения Третьего рейха. И на сегодняшний момент, мне кажется, что назрел уже вопрос о постановке вот такого, такой цели. Какая цель? У меня нет уверенности, что прямо буквально эта цель будет сформулирована вот на ближайшем саммите Рамштайна. Но, по крайней мере, движение, что-то подобное, мне кажется, должно прозвучать. И самое главное, под это должны быть средства. Потому что, когда антигитлеровская коалиция ставила такую цель, то, извините, и, так сказать, помощь там, тех же самых Соединенных Штатов Америки, помощь по ленд-лизу, она была совершенно другой. Там давались средства и Великобритании, и Советскому Союзу, совершенно несопоставимые. Это давали средства на победу, на уничтожение фашистского рейха. Ну, а сейчас даются средства, и помощь, она совершенно другого масштаба. Это помощь только-только для того, чтобы, ну, чуть-чуть сдержать наступление, но никак для победы. Поэтому о возможности, учитывая то, что гигантское преимущество НАТО в конвенциальном вооружении по сравнению с Россией, оно гигантское. И поэтому, конечно, сегодня страны НАТО могут просто-напросто дать Украине все то, чтобы
Украина просто победила, чтобы она разгромила российских оккупантов. Такая возможность есть. Я очень надеюсь, что хотя бы в какой-то степени приблизится к такому, к принятию такого решения политические лидеры Запада на ближайшем Рамштайне. Ну, знаете, Игорь Александрович, многие говорят, что как раз западному миру очень выгодно вот так ослаблять Россию именно Украины и жизнями украинцев. Но у меня тогда вопрос. Можно ослаблять, но можно на границе 91-го года, правильно ж? Зачем боевые действия проводить именно на территории Украины? Дайте вооружение, чтобы изгнать оккупантов. И если они хотят дальше воевать, давайте воевать на границе. Есть граница 91-го года. И вот тогда давайте столько оружия, чтобы и Россия не развалилась, потому что вы боитесь, кому попадет ядерное оружие. И там, чтобы Украина, там, условно говоря, спокойно не могла жить, пока не выйдет военно-промышленный комплекс на новый уровень, чтобы Украина сама могла изготавливать необходимое оружие. Вы знаете, вот здесь, мне кажется, для целого ряда западных политиков не существует вот такого так поставленного вопроса. Они просто боятся действительно, что если Путина, ну как, для того, чтобы оттеснить оккупационные войска до границы 91-го года, ну необходимо их разгромить. Ну, просто иначе это невозможно. Там еще, ну, теоретически, я не военный эксперт, но просто здравый смысл подсказывает, что, значит, деоккупировать Крым, скорее всего, можно, и то это большой вопрос, без разгрома российской армии. А уж оттеснить на Донбассе и в Луганске, на границе 91-го года, можно только разгромив, полностью разгромив на голову российскую оккупационную армию. И вот к чему приведет этот разгром, я полагаю, что как раз многие на Западе опасаются, что это приведет к обрушению путинского режима и как раз к тому самому развалу, который Запад не хочет. Кстати говоря, по поводу развала России и обрушения путинского режима, я думаю, что это абсолютно ложные страхи. Потому что на самом деле сохранение путинского режима несет в себе гораздо большую угрозу, чем его развал, чем развал Российского рейха. Точно так же, как Запад страшно боялся и всеми силами пытался предотвратить развал Советского Союза. Мы помним, как это было. В результате Советский Союз развалился, и никакой вселенской катастрофы от этого не случилось. Поэтому я думаю, что и в случае, ну да, сохранилось ядро этой империи в виде Российской Федерации, в которой сгустилось это облако фашизма, но это уже как бы внутренний процесс. Но я думаю, что третий окончательный развал Российской империи, первый был в 17-м, второй в 91-м, и третий окончательный развал Российской империи приведет просто к исчезновению самой основы, на которой может сформироваться вновь эта империя. И поэтому это будет действительно устранение этой гигантской многовековой угрозы человеческой цивилизации, которая исходит последние несколько столетий с территории Северной Евразии. Поэтому, безусловно, несмотря на то, что, скорее всего, развал России не будет бескровным, но, тем не менее, по балансу плюсов и минусов это будет гигантское, так сказать, благо для человечества. Исчезновение вот этой вот постоянно образующейся империи зла на территории Северной Евразии. Поэтому бояться этого, конечно, не надо. Что касается ядерного оружия, то я абсолютно убежден, что у Запада хватит ресурсов для того, чтобы это с помощью дипломатии, с помощью давления, чтобы это оружие не было использовано, и провести полную, тотальную денуклеаризацию Северной Евразии в условиях развала Советского Союза, развала России, это не нерешаемая проблема.
потому что то состояние, в котором, очевидно, будут находиться вот эти обломки Российской Федерации, оно позволит Западу с ними работать и в конечном итоге так же, как это было после развала Советского Союза, но в том эпизоде истории было принято ошибочное решение, все оружие собрали в России, а в этот раз, я думаю, что будет учтено, так сказать, учтены ошибки, и это оружие просто будет изъято. С помощью дипломатии, с помощью кнута и пряника, так сказать, какой-то программы плана Маршалла для тех территорий, которые пойдут на денуклеаризацию. То есть это вопрос решаемый. Так что эти страхи, мне кажется, они являются ложными. Вот, кстати, Игорь Александрович, о ядерном оружии. Потому что вот я вспоминаю в преддверии встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена в Соединенных Штатах Америки. Путин как раз таки вышел и сказал, что у нас теперь новая ядерная доктрина. Мы об этом с вами говорили. И вот сейчас в Рамштайне 12 числа должна состояться встреча, о которой мы тоже вспоминали. И вот сегодня стало известно, раз СМИ говорят и показывают главный пропагандистский канал России, РИА Новости пишет, что стратегический ракетный комплекс способен нести ядерное оружие ЯРС. И вот взрывная мощность эквивалентна этого ЯРСа. К чему я? Что вы вывели в Новосибирске на боевое дежурство этот ЯРС, который может нести ядерное оружие. Насколько это можно провести параллели с ядерной доктриной и визитом Зеленского в Соединенные Штаты Америки? Насколько это просто-таки запугивание Запада? И реагирует ли Запад на вот такие вещи? Да, это ядерный шантаж, да, это запугивание, и да, частично Запад на это реагирует. Ну, на самом деле, скажем так, измерить эффективность ядерного шантажа довольно трудно, но она уменьшилась, то есть на самом деле постоянная, так сказать, вот эта вот пугалка ярсами, там, сарматами, которые на самом деле взрываются в собственных шахтах. Это все, или там посейдонами, которых никто в глаза не видел, кроме как в мультиках, которые рисует путинская пропаганда. Но действительно угроза такая есть, и этот ядерный шантаж меньше, чем раньше, но работает. И именно поэтому, кстати говоря, только что мы с вами упоминали, почему не закрывают небо над Украиной. Ядерный шантаж работает, меньше работает, чем раньше. Понимание того, что Путин, в отличие, скажем, от того же Гитлера, слишком ценит собственную жизнь, чтобы отдать ее за какую-то идею. Кстати, какая у него идея? В отличие от Гитлера, у него никакой особой идеи, ради которой можно отдать собственную жизнь, нет. Поэтому, да и человек это другой. Вот, не такой, так сказать, гигантский злодей, как был Гитлер или тот же Сталин. Вот, но, безусловно, какая-то угроза действует. И именно поэтому мы видим такую нерешительность лидеров западных стран. Но, по крайней мере, мы можем видеть, что уже далеко не у всех срабатывает, не на всех срабатывает этот ядерный шантаж. Эволюция здесь налицо. Игорь Александрович, также хотел бы вспомнить о вот мобилизации и способу, который придумал, можно так сказать, Путин, да, о том, что, ну, во-первых, агентство издания говорит, что они проверили, что якобы до 27 года ежегодно Путин хочет контрактировать 225 тысяч человек. А второе, это вот недавний его указ, ну как недавний, там дней 5 назад, 2 числа, извиняюсь, он подписал указ, что теперь подсудимые могут подписывать контракт на этапе судебного производства, а раньше только те, кто были под следствием. Правильно ли я понимаю, что вот теперь оглашать мобилизацию и не нужно, потому что, условно говоря, выходит представитель МВД или других своих структур и говорит, а ты виновен, следствие, нет, контракт, и все, и не нужно никакой мобилизации. Вот мне кажется, Путин нашел, как брать людей на войну и не оглашать того, чего он так боится. Вы абсолютно правы. На сегодняшний момент, значит, добыть себе на просторах России достаточное количество пушечного мяса, у Путина есть несколько способов.
Помимо мобилизации, угроза которой по-прежнему есть, но она, как мне кажется, не стопроцентная. Помимо мобилизации есть как минимум несколько источников добычи этого пушечного мяса. Первый источник – это, как ни странно, призыв. Да, действительно, ну вот 1 октября Путин объявил о призыве 133 тысяч призывников в российскую армию. Хотя формально призывников нельзя направлять на фронт, но на самом деле здесь, если нельзя, то очень хочется, то можно, как известно. И это происходит очень простым способом. Сегодня человек призывается в российскую армию, его нельзя отправлять на фронт, но завтра, как только он попадает в эту армию, на него начинает оказываться давление. Ну и можно представить себе, сколько процентов призывников могут выдержать давление в условиях замкнутой среды, в условиях полного бесправия, сколько из них могут отказаться от настойчивых пожеланий подписать контракт. Я думаю, что не больше 10%. Поэтому из 133 тысяч призывников значительная часть через какое-то время может оказаться контрактниками и оказаться на фронте. Это первый источник. Это уже действительно серьезный ресурс для пополнения пушечного мяса. Второй ресурс – это покупка. На сегодняшний момент уже цифры с тех сумм, которые платятся единовременно за подписание контракта, уже превысили 2 миллиона. То есть 2 миллиона – это огромная сумма для очень многих россиян. И поэтому я думаю, что просто банальная покупка пушечного мяса, она по-прежнему остается на сегодняшний момент основным ресурсом для пополнения. И третье – это, так сказать, вчерашние уголовники, которые получают амнистию в случае того, что если они отправятся на войну. Я не уверен, что... И более того, я не готов говорить о процентном соотношении, какой именно из этих трех, как минимум, источников окажется, так сказать, самым большим, как в процентном отношении будет комплектоваться вот это вот пушечное мясо из трех источников призыва, ставшего фактически контрактом, значит, уголовников и просто банальной покупкой пушечного мяса. Ну, пока, насколько я понимаю, все-таки основной ресурс – это покупка, судя по цифрам. Но я думаю, что соотношение может меняться. Так что я думаю, да, я с вами согласен, Путин может обойтись без мобилизации. Опыт мобилизации, значит, соответственно, осени 2022 года показал, что подобного рода мероприятия, они проходят с большим трудом и не приводят к должному результату. Так что большое количество людей все равно будут попытаться каким-то образом уклоняться, несмотря на то, что сейчас это сложнее, сейчас электронные повестки, сейчас закрываются границы для тех людей, которым даются электронные повестки. То есть сложнее будет укрыться. Но, тем не менее, такие возможности все равно есть. И я думаю, что большая часть при попытке мобилизации будут уклоняться. И, в общем, скажем так, качество этого пушечного мяса людей, которых без всякой мотивации просто загнали на фронт, оно будет так себе. Поэтому я думаю, что все-таки вероятность мобилизации далека-далека от 100%. Игорь Александрович, издание «Верстка» провела исследование, расследование, поговорила с источниками, и она говорит, что олигархи из окружения Путина получили в Крыму землю и ведут масштабные строительства. Они говорят, что в 23-м году братья Ротенберги, кто не знает, это приближенные олигархи Путина, они получили около 10 там, участков земли, которые раньше принадлежали украинцам в Крыму. Вот как это можно понимать? Крым после полномасштабного вторжения регулярно простреливается. Да что там говорить? Сегодня Феодосия придет по нефтетерминалу, одному из самых больших в Крыму. И вот у меня такая версия, что вы по этому поводу можете думать, что якобы Путин продает Крым вот таким, как Ротенберг, в надежде, что они сами будут защищать, сами будут сооружать какие-то ПВО и другие там
защитные вещи, потому что, ну, сейчас мы видим, физически не хватает якобы государству Россия, чтобы полностью охранять Крым. Я думаю, что эта версия не лишена оснований. На самом деле Крым это, ну, понятно, что как только Крым становится островом, как только он отрезается от материка, он довольно быстро переходит к наступающей стороне, в данном случае к Украине. И действительно, вероятность утраты Крыма, она существует, в отличие от гораздо более проблемной ситуации на Донбассе. Потому что Донбасс, он, так сказать, подкрепляется тылом, его фактически подпирает, значит, подпирает, так сказать, Российская империя, поэтому там вероятность, конечно, так сказать, деоккупации намного меньше. Поэтому я думаю, что да, действительно, попытка сделать, так сказать, оккупацию Крыма более успешной благодаря частным интересам олигархов вполне, вполне возможна. Игорь Александрович, что интересно, вот в России омбудсмен Чечни, это меня уже как-то поразило, что есть человек, который отвечает за права человека в Чечне. Он сказал следующее, что обвинил русскую общину в помощи западным спецслужбам и Украине. Он говорит, что по всей России якобы представители вот этого русской общины утесняют, притесняют и чеченцев, и другие национальности. Ну, и я это связываю, дальше вспоминаю Wildberries, да, и там Сулейман Керимов привязан, и даже говорят, вот этот Шакро молодой, человек, который якобы сел на пост вот этого деда Хасана, да, или как его зовут, вот номер один в криминальном мире СНД даже. А вот к чему я веду, насколько начинаются вот какие-то межнациональные удары внутри России, если уже омбудсмен, еще раз скажу, мне это нравится, Чечни обвинил русскую общину. Ну, вы знаете, действительно, должность, значит, уполномоченного по правам человека при Кадырове, это вот, ну, классика жанра, да, это вот борец за вегетарианство при людоеде. Вот, это очень смешная должность. И, ну, это примерно, вы знаете, это примерно то же самое, что Совет по правам человека, который возглавляет господин Фадеев, при Путине. То же самое. Тот же самый борец за вегетарианство при людоеде. Вот, поэтому это такая смешная, карикатурная, сугубо сатирическая должность. Что касается межнациональных конфликтов, они никуда не делись. И вот последнее событие вокруг конфликта, вокруг Wildberries, не случайно действительно были чеченскими боевиками, которые сопровождали наступающую сторону, кадыровцы. Они в ходе перестрелки убили двоих охранников в Wildberries, которые были ингуши, двух ингушей. Естественно, давнее противостояние ингушей и чеченцев в этом смысле обострилось. То есть любая спичка, она готова сейчас воспламенить вот эти старые напряженные конфликты. Российская империя, которая вся была создана силой, и который, так сказать, безусловно, несет в себе огромный потенциал распада. Вот этот гигантский потенциал распада, который несет в себе Российская империя, именно потому что она была создана силой, искусственно создана, искусственно собрана. И вот эти вот громадные куски, которые присоединила Российская империя в результате завоеваний, в частности, в результате сначала 60-летней Кавказской войны, затем постоянной войны против народов Северного Кавказа. Естественно, и в ходе двух чеченских войн чеченский народ пытался выйти из состава Российской империи. И в дальнейшем все это, по сути дела, тлеет. Вот этот костер, огонь центробежных тенденций, он постоянно тлеет под коростой вот этого имперского насилия.
Поэтому, безусловно, эти, так сказать, межнациональные проблемы, они продолжают существовать. Взаимная неприязнь, прежде всего, между народами, искусственно собранными. И самое главное, ненависть, подспудно тлеющая ненависть к федеральному центру. Больше всего все население России ненавидит Москву, ненавидит федеральный центр, который их грабит. Вот это главный вектор той ненависти, которая сегодня существует под коркой, казалось бы, согласия, под коркой, казалось бы, лояльности. Тем не менее, все это происходит. Спросите граждан России в любой точке, что больше всего вызывает недовольство. Диктат Москвы. Москва, которая, причем под Москвой подразумевается, конечно, не город, не горожане, не москвичи, а именно федеральная власть, которая, так сказать, насилует, которая высасывает все соки, которая забирает все, так сказать, блага у регионов и затем по своему усмотрению их раздает. Вот это главное противоречие внутри России. И война только его обостряет. И в конечном итоге, начав эту войну, Путин обрек свою страну, обрек Российскую Федерацию на неизбежный практически распад, на прекращение существования Российской империи. Игорь Александрович, и последний вопрос. Вот издание агентства провело также большую работу, и они констатируют, что вот у Путина большие фобии. Ну, это не новость, конечно, а я к чему веду. Путин перестал регулярно летать в Сочи, потому что боится атак украинских беспилотников. И там было уже издание проекта сообщает, что была его резиденция, она называется Бочкарев ручей, и главное сооружение, главную там, как оно называется, здание, да, они снесли. К чему я веду? Вот летать Путин боится. Последний раз он был где-то 6 марта этого года с Гросси, руководителем МАГАТЭ в Сочи, а после этого никуда не летает. И вот мы знаем историю с Турцией и Эрдоганом. Он сколько раз уже в Пескова, речника Путина, спрашивали, а когда в Турцию? И всегда какие-то разные назывались причины, даты. Вот инаугурация в Мексике на новый пост президентки. Тоже Путин отказался, кого-то там прислал. Вам не кажется, Игорь Александрович, что вот это такая вот черта диктаторов, что они боятся передвижений? Потому что, ну вот, если посмотреть на весь тот мир, который напал, за словами Кремля, на Россию, они же по всему миру спокойно себе летают. Все. Никого нету, чтобы сказал, я не прилечу, я боюсь. И только один Путин боится. Ну, не один Путин. Точно так же Ким Чен Ын, например, так сказать, передвигается на бронепоезде. Вот, не летает, а передвигается только на бронепоезде. Вот, так что не один. Диктаторам вообще свойственно. Тем, во-первых, подавляющее большинство диктаторов, они трясутся за свою жизнь. Особенно Путин. И вот когда мы с вами говорили о вероятности ядерного удара, о реальности ядерного шантажа, я думаю, что вот этот аргумент, что Путин панически трясется за свою жизнь, он очень хочет жить. Он тут недавно заказал российским ученым изобретение эликсира, так сказать, вечной жизни, бессмертия. То есть он очень-очень боится смерти, он очень боится за свою жизнь. Он не только боится летать, он еще и, помните, вот этот замечательный тот самый Совет Безопасности, где Путин огласил новую ядерную доктрину. Да. Помните, как выглядел этот совет? Когда за огромным длинным столом сидит одинокий Путин во главе стола, и затем, значит, на огромном расстоянии, да, на расстоянии нескольких метров от него в конце стола сгрудились все остальные члены Совета Федерации. Он очень боится заразиться, он очень боится смерти во время полетов. Он, на самом деле, прячется в этом глубоком своем бункере, хотя, на самом деле, так сказать, то, что произошло на Ближнем Востоке, когда в глубочайшем бункере был уничтожен главарь Хизбаллы Хасан Насралла. И это на самом деле, ну, для Путина это, конечно, важный сигнал, но тем не менее он действительно боится за свою жизнь.
И это, кстати говоря, является еще одним аргументом, который доказывает, что вероятность ядерного удара со стороны начала ядерной войны со стороны России близка к нулю, если не равна ей. Игорь Александрович, как всегда, большое вам спасибо за этот разговор. Спасибо, что нашли время проговорить про самые важные процессы. Ну и в том числе, да, этот вопрос постоянно стоит на повестке. Вот ядерное оружие и на что готов Путин. Вот вы сейчас ответили. Спасибо большое. Спасибо, тезка. Еще раз спасибо за приглашение. И берегите, пожалуйста, себя. Обязательно, вы тоже. Друзі, з нами був Ігор Коменко, опозиційний журналіст. Будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і діліться нашою розмовою. Мене звати Ігор Гаврищак. З вами ми побачимось в ефірі 24 каналу.